they bought it now. Any person they will, some of them would have been said they bought it over the TV. So, you have to bring that to the top. No, that's a beautiful guy. 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 We drink at home. Don't worry. You can be helping us. If you are really patient, you can dig it. I pass it down to the pastor. Jara, what are you blessing me? We are out of here. Who needs the glass cup? Hey, can you pour? Oh, great! This is efficiency. This is what you call efficiency. Look here. Tipsy before you get to the plane. I tell you later. You should defend somebody. You're going around. You're not performing your duty. Give the Swedish test and the Swedish test. But yeah, my Zambia, the Zambian Minister of Defense now. So. Yeah, we can do it. Where is your partner now? Yeah, what color? Take you out. If you don't move anybody, I'm my partner. You may be sorry. My partner lies right now. I don't drink now. You are the second pastor here. Yeah. It's interesting. Give me a book. You see, Ogata, he told me that you want to pay me again because I broke a rule. It's symbolical. It's not something you have to drink. It's just like Holy Communion. Remain when they like it. Make I know how much I go. Gallop. Toilet. Let's go. Baba. Внимание, невеста, смотри на меня.
ieșirea. First time. După scanești cum sunt. Vreau să-i vreți. Eu vreau ce vreți. Я хочу сказать, что, конечно, есть такая у нас маленькая поговорка, то есть по нашему, что, что Бог вот я объединить. Никто, конечно, не может. Открыть жителей Якутска в заполярном поселке не то подряд. Я хочу вам сказать спасибо за все, что вы сделали для меня. Не понравилось. Ну что, вот та еще другое предложение. Что бы меня хотели пить? Водка, коньяк, шампейн, шампанское. Какая демократия? Ну, особенно это относится к нашим советским братьям. Что ты на пушке? Thank you.
заманила всюду. Ну, про красный крест совсем забыла. Ну ладно, Андрей, первым перезвоню. Сейчас попытаюсь связаться с их больницей. Всего доброго. Боже мой. Поди сама, поищи ее. Нет, Филиппа. И делай беда. Так, как же его накормлю молоком? Не из ложки же. Ну что ж, ладно. Две насосы. Две. Две. Ну, не могу больше ждать. Но доктор сказал, что она вроде бы отправилась домой. Так надеялся застать ее здесь, но, к сожалению, пора. Хотелось посмотреть на ребенка. Вы мне сказали, что у нее мальчик, да? Да, Падре, мальчик. Это мне сообщил доктор. Ну что ж, Романа, когда она придет, прошу вас позвонить, ладно? Ну, ваша кровать, да ничего. Ну-ка, положи ее сюда. Но здесь будет любить. Мы не ждали вас. Нужно ладить кое-какие дела вместе. Ну что? Она так мучилась, так переживала. Хватит вашего скандала. Хорошим командам. А, я все, давай.
Come here, come here, come here, don't go. Yeah, sure, don't run away. Спасибо вам большое.